Всем привет, дорогие друзья, с вами Ложка, и сегодня мы продолжаем играть в игру Dishonored. Остановились мы о том, как мы пробрались на форт на острове Кингспарроу, и у нас осталось всего лишь две основные цели. Это пробраться на караулку, а также на стоку караулки, где мы, наверное, уже скоро найдем Эмили. Итак, давайте прямо сейчас мы посмотрим, а точнее осмотримся, есть ли здесь охрана, потому что если мы спалимся хотя бы одному охраннику, то он созовет тут всех-всех-всех, а как вы, наверное, знаете, в форте собраны самые лучшие охранники, а также воины. Ну, давайте включим перенос, перенесемся за этот столбик. Здесь никого нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Меня чуть ли не спалил один охранник. Все вроде как. Молнии кончились. Я надеюсь, он сейчас пойдет в другую сторону. Ну-ну-ну, хватит подтягиваться. Может быть, ты все-таки повернешь? Отлично, слушайте, он прям-таки меня слушается. О, тут еще два охранника. Кто отключил стены света у дока? Зачем это нужно? Понятия не имею. Не город, а сумасшедший дом. Вот что я скажу. Ладно. Опа. Вроде как не расходится. Давайте возьмем переносик. Перенесемся сюда. Задушим этого чувака. Потом еще и сделаем вот так вот. Давай, 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 давай. Душись. Excellent, сая. Excellent. Быстрее подбирайся. Там идет еще один охранник. Я слышу его. Так, давайте включим темное зрение на всякий случай. Вот он. Надеюсь, он спускаться сюда не будет, потому что если он спустится, то он сразу заметит эти два лежащих офицера. Ну-ка. Давай, давай, давай. Иди в другую сторону, и я быстренько тебя задушу. О, слушайте, меня, кажется, тут все охранники слушаются. Я прям-таки какой-то майор. Так, отлично, отлично. Никто больше сюда не будет спускаться, иначе задушу. Нет? Так, ну вроде как не собираются. Если не ошибаюсь, то здесь у нас хранится несколько эликсирчиков. Вот один из них, духовный бальзам Пьеро. А здесь у нас что? А здесь у нас целебный эликсир Соколова. Выпиваем все это дело, потому что здесь лучше не экономить. Все равно последняя миссия. Скоро спасем Эмили и будем крутышками. Так, офицер стражи, окей. Стоп, там охрана. Меня запалили. Одна молния у человека была. Но вроде как он за мной не побежал. Так, здесь кто-нибудь есть? Включим сразу темное зрение и проверим. Вот один человек идет сюда. А с этой стороны кто-нибудь есть? Нет, вроде как нет. Ой-ой-ой, там один охранник, один охранник, один охранник. Не запалил. Слава тебе, Господи. Еще один идет. Стоп. И как мне здесь быть? О, Господи Иисусе, как я так сделал? Я что, мастер стелса, что ли? Не может быть такого. Меня чуть не запалил тот охранник, и в то же время я каким-то образом задушил этого. О, духовный бальзам Пьеро, выпиваем. Также подбираем. Ой-ой-ой, охранник, 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 охранник. Стоп, там кто-нибудь еще есть? Может быть, я тебя задушу? Ладно, я тебя не задушу, здесь их двое. Может быть, даже и смогу, если сейчас вон тот повернется. Да-да-да-да, так даже лучше. Нет, так не лучше, не идите, не идите, вы не должны стоять в кучку. Черт. Черт. Он идет. Нет, 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 только не в эту сторону. Пожалуйста, я тебя умоляю. Угу, вот, собственно, сейчас я могу задушить вот этого человека. Вот, отлично. Включаем перенос. И сдушим его. Excellent, сая, народ! Что я еще могу сказать? Это просто охрененно. Мы проходим все по стелсу. Раньше я эту миссию не мог никаким образом пройти в этом месте без стелса. Ну, то бишь стелсом, то бишь... А, ладно, забейте. В общем, меня очень часто замечали, и это было печально. Темное зрение. Оп-оп-оп-оп. Я смогу его задушить? Или он пойдет в мою сторону? Да, он пошел в мою сторону. Окей. Подбираем этот целебный эликсир Соколова. Врубаем бакс в Арманью. И радуемся жизни, потому что... Здесь нас вроде как никто не запалит. Он тут единственный, да? Да, вот только посмотрите. Он тут единственный, и я его, в принципе, могу прямо сейчас задушить, просто оббежав его. Давай-давай-давай-давай, подбегай, душись. И мы снова радуемся, черт подери тебя. Ё-моё, там еще один охранник. Thank you.
Я так понял, они все время прибывают новые. Это означает то, что они все время спавнятся. Получается, с фортом сражаться просто так удушением бесполезно. Давайте мы тогда так сделаем. Берем беренос и бежим! Вау! Господи! Они не заметили меня! Охренеть! Такс, давайте сейчас вот так вот сделаем. Мы возьмем перенос, перенесемся вот сюда. Здесь меня никто не запалил, очень хорошо. Ну-ка, я могу это включить? Нет, у меня нету инструментов монтажных. Мы почти добрались до подъемного маяка. Вон, меня там уже опять спалили. Меня уже стреляют вовсю. Такс. Они меня потеряли? Надеюсь, они сейчас пойдут вот в эту сторону, если я здесь пошумлю. Так, отлично. Здесь вроде как они меня потеряли. Нет, они меня опять заметили. Да ё-моё! Кажется, мы здесь навечно, народ. Были бы у меня сейчас духовные бальзамы Пьеро, я бы прям обрадовался. Я не могу эти провода перерезать. И это меня немного печалит. Давайте вот здесь вот пошумим. Они сейчас, по идее, вот в эту сторону пойдут, если я здесь буду шуметь. Вот они идут сюда, отлично. Все, телепортируемся. Бежим. Они меня запалили? Нет! Не спалили. Нет, не стреляй! Вау, я даже в воду упал. Народ, это очень сложная миссия, и играть и в то же время комментировать для меня сложно, поймите. Я надеюсь, то, что вы адекватный человек и поймете то, что играть и комментировать это действительно сложно. По крайней мере, в игру Dishonored, где важен стелс. Ну, получается, нам сейчас не надо палиться вон тому охраннику, хотя это довольно сложно, потому что я его даже не вижу. Давайте вот так вот пошумим. Все. Главное, чтобы появилось только две молнии. И все, этого будет достаточно, чтобы они сюда пошли. Ну, ты там идешь, нет? Он все еще стоит. Тогда давайте, знаете, как сделаем? Мы кинем гранатку вон туда. И все. Все, отлично, они побежали туда. Стоп, я застрял. Все, вроде как отстрял. Подбираем перенос, телепортируемся и уходим. Все отлично. Или стоп, я спалился. Ну, господи Иисусе, ну что же это все так сложно-то? А, ладно, попробуем еще раз. Надеюсь, вы не будете меня винить, народ. Я это место никогда не мог с первого раза пройти. И сейчас, как вы понимаете, тоже не могу. Те меня еще до сих пор не нашли. Меня это радует. Вот был бы у меня монтажный инструмент, я бы тогда вырубил ту вышку. Все было намного проще. Иначе же мне надо вырубать вон тот бакс в Арманию. А, господи. Господи, как это пройти? Может быть, вот туда телепортнуться? Я смогу за спину к нему телепортнуться? Я смог. Вау! Господи Иисусе! Как я это сделал? О, господи! О, господи! Как я это сделал? Это нереально было для меня, по крайней мере. Так, теперь надо сохраниться, наверное. Нажимаем на F5, у нас все вроде как сохраняется. И сейчас мы должны перенестись вон к тому охраннику за спину. Наверное, я это сделаю как-нибудь сверху, если это можно. Отлично, это можно сделать сверху, но, наверное, только с двойным прыжком. Слава богу, он у меня есть. Он у меня присутствует. Все, забрались и телепортируемся за спину вот к этому охраннику. Стоп. А, к нему даже нельзя телепортнуться, даже если ты будешь очень близко к нему. А, может быть, тогда мы спустимся вот здесь.
Оу. Все, подбираем у него ключики. И поднимаемся наверх. Сейчас нам надо открыть вот эту вот дверь. И нажимаем на рычаг. Все. К маяку Берроуза. Охренительно, 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 охренительно. Маяк. Путеводный маяк. Новое задание. Спасти Эмили. Войти в здание маяка. Мы появляемся в каком-то лифте. В принципе, мы в него зашли. Кстати, вы только смотрите. Текстурки-то не прогрузились. Не прогрузились текстурки. Какие-то они размытые тут все на этом уровне. Ладно, думаю, как-нибудь подгружится. Я сейчас видел автоза... Что я сделал? Так, ладно, чё, на чем мы там остановились? Сейчас нам надо наверх подниматься, я так понял, да? Я вижу охранника. Он здесь единственный. Вроде как я его смогу вот так быстренько задушить. Отлично. Кто еще хочет со мной потягаться? Привет, 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 привет. Я телепортируюсь от вас как можно дальше. Ты сейчас будешь в меня кидаться? А, так он меня потерял. Чувак, мне тебя жаль. Ты так в легкую всех теряешь, что... Пипец. А, ну ладно, народ. Мы прошли Dishonored. Я очень сильно рад. Привет, Хэвлок! Думал, я буду драться с тобой? Извини, что разочаровал тебя. Это тебе ключ от камеры, Эмили. Она будет рада тебе. Ага! А ты что, 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 что? Я-то подумал, ты действительно будешь хорошим и добрым чуваком. Подожди, там что, еще один? Нет? Ай-яй-яй-яй-яй! Он же меня сейчас так подстрелит. Так, забираемся под стол. Он меня видит? Да, он меня видит. Он меня даже каким-то образом через стол бьет. Стоп! Ладно, я понял. Хэвлоку никогда не доверяйте, народ. Мы сделаем все намного проще. С последнего сохранения. Нажмите любую клавишу. Мы поднимаемся наверх. Поднимаемся, собственно, поднимаемся. И видим снова Хэвлока. Пока мы не подбираем ключик, мы берем и душим его, господи. Так, повернись. Повернись ко мне задом. Я хочу тебя задушить. Че, нельзя было к тебе попадаться? Ну, ну, что? Я хочу тебя задушить. Я рассказал ей. В конце концов, я рассказал ей все. С самого начала, когда у нас были такие благородные цели. И до конца, когда мы, дрожа от страха, спорили. Кому можно доверять? Кого нужно убить? И кто станет новым лордом-регентом? Она слушала, раскрыв глаза от удивления. Она интересное существо. Если выживет, она станет великой императрицей. Действуй. Убей меня или отправь в Колридж. Решайте. А она посмотрит. Я хочу тебя задушить, я не хочу тебя убивать. Я под конец не хочу ничего портить. Ну, в принципе, тут уже и портить нечего. Прощай! Мы прошли Dishonored! У-у-у! Эмили! Теперь я все будет хорошо, я стану императрицей, да? Мы сделали это. Мы сделали! Мы сделали! Мы сделали! Мы прошли Dishonored! Конец! Так кончается междуцарствие. После недолгой смуты Эмили первая колдуин займет трон своей матери. Корва, ты останешься с ней. Будешь направлять ее, защищать от тех, кто захочет использовать или обидеть ее. Вот, кстати, мы можем заметить лицо Корва. Когда другие кричали бы от ярости, ты слушал и наблюдал. Там, где остальные нанесли бы удар, ты отходил в тень. И вот теперь, когда чума приходит, а Эмили принимает власть, начинается Золотой век. Ты положил ему начало.
Через десятилетия, когда твои волосы поседеют и ты покинешь этот мир, императрица Эмили, в зените славы Эмили Мудрая, похоронит тебя рядом со своей матерью. Потому что для нее ты был больше, чем лорд-защитник. Прощай, Корва. А, мы прошли, народ. Да, мы прошли Dishonored. На хорошей концовке. Мы сделали это! Это была хорошая концовка! У-ху! Господи! Господи! Ладно. Господи. Господи, господи. Ну что я могу сказать? Dishonored — это просто охренительная игра. Ее можно проходить вечно, ее можно проходить не один раз, не два, не три. Ну, хотя тут всего три концовки, так что... Ну да, где-то три раза ее можно пройти. Это того стоит, по крайней мере. Здесь свобода действий. Хоть куда пойди. Вообще классно, охренительно. И да, на этом мы заканчиваем. Спасибо, что смотрели прохождение Dishonored. Извините то, что эта часть получилась, можно сказать, нудной. Но все-таки это того стоило, как вы видите. Серию я, как вы уже видите, не могу сделать чуть больше. Если она даже получилась 15 минут, то я все равно не могу сделать ее 20 минут, потому что все, Dishonored кончился. И все. А если вы здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Лололошка. Всем удачи, всем пока.